экологическую обстановку в Люберцах в очередной раз обсудили эксперты за круглым столом. Члены межведомственной рабочей группы подвели итоги прошлого года и обсудили планы на предстоящий период. В 2019 году в округе взяли около 40 проб атмосферного воздуха. Проверка проводилась по 6 показателям с помощью передвижной лаборатории, оснащенной специальными датчиками загрязнения воздуха. Места отбора проб были выбраны в соответствии с обращениями в том числе граждан, то есть в особо проблемных в экологическом отношении зонах территории городского округа Люберцы. Рейды передвижной экологической лаборатории прошли по 11 адресам. Превышение показателей сероводорода зафиксировали на улице Пионерская. Эту информацию экологи передали в надзорные органы для принятия дальнейших решений. В этом году в проблемных зонах городского округа установят датчики контроля загрязнения воздуха. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.